Одно за другим выходят переиздания книги Любови Космодемьянской о ее детях, погибших на войне. «Повесть о Зое и Шуре». Закреплены канонические описания подвигов времен Великой Отечественной войны, известные в СССР каждому. 18-летняя Зоя Космодемьянская осенью 1941-го пошла добровольцем в армию и на оккупированной территории под Москвой совершала диверсии, поджигала дома. Была схвачена, вынесла страшные пытки. Ее казнь немцы сняли на фото. За Москву погибла героиня-партизанка-комсомолка Зоя Космодемьянская. Она была школьницей, почти девочкой. Перед смертью девушка призвала селян помогать Красной Армии и предрекла оккупантам неминуемый разгром. Всех не перевешайте. Рейте, ждите! Рейте, фашистов! Все равно победа будет за нами! Помните! Нас 200 миллионов! Зоя Космодемьянская – первая героиня Великой Отечественной войны, главный в стране образ жертвенности. Ей поставлены десятки памятников, ее именем названы улицы, школы, пионерские дружины по всему СССР. В дни фестиваля был открыт памятник Зое Космодемьянской.